Здоровки, Амиго. Рад приветствовать тебя на канале Амигон, и это реакция на Гигук. В общем, Нетлевский Евгелион. Погнали посмотрим. Иван со львом нового поколения — одно из самых знаковых аниме в истории. После первого показа по ТВ его много раз перевыпускали на лазерных дисках, кассетах, DVD, Blu-ray, Game Boy Advance, некоторых японских стиральных машинах. Я почти уверен, что на Voyager есть копия для инопланетян. Но при всем этом он был таким редким, что покупка стоила бы вам всех сбережений и нерожденного младенца. Но спустя годы Netflix ответили на наши молитвы и сделали его доступным для зрителей со всего мира. И новое поколение людей наконец впервые увидит, что такое лоховской щелчок Таноса по сравнению с крутым третьим ударом. И рад сообщить, что на этот раз они таки затащили и подарили нам адаптацию, которую мы ждали. Нет. Дорама? Серьезно? Не. Десятилетиями критики и фанаты тщательно анализировали кадр, каждый диалог, слой за слоем разбирали, что же хотел сказать режиссер-визионер Хаяо Миядзаки. И вот, больше 20 лет спустя мы все еще нихуя не понимаем. Как именитый кайдзю, меха, повседневность, драма, танцы айдолов, лошадиные скачки, гангстерский шутер от третьего лица в открытом мире, этот тайтл оставил свой след в истории. Если вы один из немногих, кто спустя столько лет до сих пор не знает, о чем же Евангелион, вот вам очень краткий пересказ. Он сбежал. Я не удивлена. Это все. Netflix, как известно, любит вносить изменения в классические франшизы, и это не стало исключением. Было принято решение о полной переозвучке сериала, и это очень странное решение. Все знают, что оригинальный дубляж был безупречным и идеально подходил для широкого зрителя. Эй, hey, hey, стой. И что еще страннее, они заменили оригинальных актеров, наняв вместо них для дубляжа каких-то ноунеймов. Они даже зачем? Не взяли Киану Ривза на роль Синдзи, а он подошел бы идеально. Да ладно, Netflix, возьмись за ум. Вы тратите 100 миллионов, лицензируя друзей, но не можете нанять моего бро Киану? Не разочаровывайте в конец, хотя бы возьмите Дэнни Девито на Гендо. Наряду с наследием у сериала один из популярнейших опенингов всех времен — Cruel Angel Thesis, перепетый группами и исполнителями со всего мира, включая госпельный хор, LMFAO и мой любимый кавер — калькуляторный. Хотя Netflix предлагает пропустить заставку, на самом деле это тайная спецоперация. Пропуск Cruel Angel Thesis признан ООН военным преступлением в 1999. Пока что задержаны 7 человек. Согласно закону, их публично осуждают, заставляют 200 часов смотреть опенинг Lucky Star и приговаривают к уничтожению. Конечно, какой Евангелион без противоречий? Блин, опенинг Lucky Strike, не напоминай. И на этот раз не стихают споры о новом переводе реплик, особенно касающихся отношений Каору и Синдзи. В оригинальном переводе Каору ясно говорит: «Это значит, что я люблю тебя». Имея в виду свои романтические чувства к Синдзи, очевидно, что их отношения гомосексуальны. В версии Netflix фразу заменили на: «Это значит, что я хочу сосать твой сучий пенис и трахать тебя как маленькую шлюшку до рассвета, и у нас были бы гейские дети, если бы два мужчины биологически могли оплодотворить друг друга». Без голубизны. Вполне ясно, чем недовольны люди. Если изучить подтекст, становится ясно, что добавление слов «без голубизны» подразумевает, что в его словах нет гейства, а в 2019-м это незаконно. Жестко, хотя я понимаю, почему жестко. Многих это взбесило, с сериалом, каждую фразу которого изучили под микроскопом, невозможно было угодить во всем. Следует оценить и все удачные примеры перевода, ведь у нас остались классические сцены вроде этой... или этой... Где молчат, да? Видите, здесь они сохранили все тонкости и нюансы при переводе диалогов. Ой, и хорош. Все-таки есть за что отдать должное. И не забудем об этой сцене. Есть ли в Евангелионе более классическая сцена? Одна простая задача, одно слово, проебаться абсолютно невозможно. Вы, блядь, издеваетесь! Да. Как и все, я оскорблен, что они не получили права на Fly Me to the Moon для эндинга. Это полностью меняет восприятие, сериал стал почти непригодным для просмотра. Но еще оскорбительнее то, чем они ее заменили. Это просто найткор-версия серии «Друзей». Признаю, я очень жду продолжения 20-летней войны за лучшую девочку, которая так и не заканчивалась. Аска, Рэй,
Эти девушки сформировали современную ситуацию с вайфу, и любое ваше мнение заслуживает уважения. Если вы смотрели мой тир-лист вайфу, то должны знать, кого я считаю лучшей. Безусловно, но я пропустил красотки. Одного сильного кандидата, который никогда не предаст и всегда будет с тобой. Хорош. Который всю дорогу только скрывался не в тени. Джо-Джо. Все верно. Спидвагон. В СС плюс тире над всеми возвышается правая рука Кун. Евангелион всем Кун. Классикам классика, повлиявшая на аниме как никакой другой сериал. Я спидвагона сразу вспомнил. Если вы его еще не видели, у вас не осталось оправданий. Смотря Евангелион на Нетфликсе, вы не просто смотрите аниме, вы смотрите часть истории, повлиявшую на целое поколение фанатов. И сегодня, больше 20 лет спустя, до сих пор остающейся величайшей аниме-адаптацией Тихоокеанского рубежа. Спасибо за просмотр. Данный ролик был сделан благодаря поддержке зрителей на Patreon. Что ж, ребята, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, кто не подписаны. Увидимся в следующем видеоролике. Всем пока-пока.